Всем привет! Для тех, кто любит акции, есть предложение от КП «Уют» в Ореке. Вилла 200 квадратных метров, 2 этажа на 4,5 сотках. Вот такие красивые дома. Коттеджный поселок премиум-класса. Смотрите, какие красивые дома. 22 дома на территории полтора где-то километров. Собственная набережная, ландшафтное озеленение. Дома сдаются уже... с облагороженной территорией, бассейн, вот место для стоянки, все это подъезды, освещение, все это вот сделано, вот в таком виде все сдается. Собственная вот набережная с зонами отдыха, спортивной площадкой, детской площадкой. Такой симпатичный коттеджный поселок в Дагомысе на ровной местности. Недалеко от дома. Вот такие они реальные фотографии. Действительно, получается все красиво, как и замышлялось. Посмотрите внимательно. Хорошая, дорогая отделка. Стеклопакеты. В общем, все как положено. И вот сейчас по акции есть возможность купить подешевле дом. От обычной цены. Обычная цена 43,5 миллиона была. Сейчас любой из оставшихся домов, вот они отмечены на схеме темно-зеленым цветом, можно купить за 35 миллионов. рублей по акции. Все, кому интересно, звоните, пишите, расскажем подробности. Вот все, что осталось темно-зеленым цветом. Любой из этих домов можно выбрать и купить его по акции. Так, давайте посмотрим презентацию. Участок площадью 1,5 гектара расположен в успешно развивающемся поселке Дагомыс в пригороде Сочи. Равнинный рельеф данной территории, которая окружена бескрайними лесами, а также близость горной реки, создают уникальный природный оазис внутри городской суеты. Кристально чистый воздух, лесная прохлада и тишина сплетаются в гармоничную картину, которая становится неповторимой на фоне других районов города Сочи. Именно здесь начинается строительство большого коттеджного поселка, состоящего из 22 домов в стиле хай-тек, с прилегающей территорией оригинального ландшафтного дизайна и парковочным местом. Сочетание большого пространства и света при панорамном остеклении, а также использование архитектурных деталей создают единый уникальный стиль коттеджному поселку. В основе данного проекта лежит использование качественных технологий и материалов при строительстве домов, в которых будет царить ощущение тепла и уюта. В план возведения коттеджного поселка также входит создание собственной набережной и детской площадки, которые станут центром отдыха жителей. Этот проект не имеет альтернативы, поскольку является прорывом в строительстве в данной местности. Вблизи участка поселка находится пейзажное Дагомысское озеро, а также лучшая морская набережная Сочи с широкими пляжами и прогулочной зоной, до которой можно добраться пешком по ровной дороге. Участок удачно расположен к транспортным развязкам и является эпицентром развитой инфраструктуры. Недалеко от коттеджного поселка находится железнодорожная станция Дагомыс, поезда которой ежедневно курсируют между Сочи, Адлером и Красной Поляной. Сочи, в свою очередь, остается местом, которое благодаря климату, природной уникальности, проведению здесь национальных и международных мероприятий привлекает желающих приобрести здесь свой дом, а значит, открывает новые возможности для строительных инвестиций и проектов. И данный проект – это возможность создать жизнь на природе с городским комфортом. Компания «Построй Сочи» строит дома вдали от суеты, но в центре событий. Строят дома действительно, очень много реализованных проектов. Вот тоже готовый, почти готовый на предсдаче коттеджный поселок премиум-класса, 200 квадратов на хорошем участке, все продумано. Все культурненько, красивенько. Смотрите, очень интересные дома. Приятные для глазу, окружение, природа, ровная местность. Недалеко от моря, рядом озеро. Прямо рядом с вами ваша набережная собственная, для детей площадка, спортом можно заниматься. Готовый дизайн-проект, все сдается, все остальное готово. Вам нужно сделать только ремонт внутри помещения, черновая отделка, у вас свободная планировка. Дизайн-проекты вам предлагаются. Очень, мне кажется, достойно. Автор в углу указан. Можно заказать еще какой-то новый. Но мне кажется, вполне по этим эскизам можно сделать себе шикарный современный ремонт. Давайте еще раз пролистаем презентацию. Почитайте все поподробнее. Подумайте и решите, нужен ли вам такой дом в Сочи. Такой действительно современный большой коттеджный поселок, где ничего вас не будет раздражать, где все будет приятно вашему глазу, все в одном стиле, кругом природа, ровная дорога, хорошие подъезды, немножко в стороне от суеты города и пляжной инфраструктуры, для тихого, спокойного проживания.
загородного. По очень интересной на сегодняшний момент цене. Давайте посмотрим планировку. Вот он, первый этаж. Смотрите, все логично. Все продумано. Сразу вам показывают, где что можно как разместить. Два автомобиля на территории. Свой бассейн. Есть немного места для озеленения. Хороший дом. Среднего размера. На среднем участке. В прекрасном месте. По замечательной цене. Застройщик тоже известный. Я могу только позавидовать людям, которые успели купить возле моря. В районе 20 миллионов, чуть даже дешевле они начинались. Прямо возле моря, 300 метров. Рядом с каравеллой Португалии у него несколько реализованных проектов. Кто успел, тот молодец. Ну, для тех, кто хочет жить в городской среде, рядом с морем, были проекты у него. Вот они все реализованы. Очень много и в Сочи, и в Сергейполе. Вот они рядом с морем, в центре города. Ну и этот коттеджный поселок очень даже неплох. Кому интересно, звоните, пишите, все расскажем, обсудим, покажем. Всем пока.